далеко этот портал, вы издеваетесь? Бежать, бежать. Кокарда. Позже поговорим. Так, куда пошли? Вот эта вот фигня с порталами тоже немножко раздражает. В самый неподходящий момент всегда. В общем, Unity они продумали не до конца. Надо было сделать все-таки что-то с этим мультиплеерным режимом, что-то с порталами висячим. Понимаешь, что это часть? Ну вот, ты снова оказался среди обрывков кода. Я прям счастлив. В этот раз портал высоко. Несколько сотен метров. Зашибись. Ну что ж, я вижу танк. Вот вам бесплатная. Вот вам бесплатная эта реклама игры. Хочешь покататься на танке? Так, как всегда, времени мало. Неполные воспоминания опасны. Ты должен найти выход. Ну, ладно. Я его... Я попытаюсь помочь. Валим, наверное. Класс.
базовый лифт, конечно, но удобнее. Шикарно. Теперь нужно отправиться по основному заданию и рассказать, что мы убили того, кто убил руководство. Так весело. По сути, двух мастера, ассасина и... Боже, как его зовут? Забыл. Не могу вспомнить. Должность мирового. Забыл и все. И вуаля! Вот и мы. Спасибо, декан. А нельзя ли уменьшить частоту переходов? Это зависит от посвященного. Не я оставляю по Парижу столько цифровых следов. Он как щенок с грязными лапами, без присмотра. Принято. До связи. В организме дырок мало, что ли? Так я тебе пару сделаю. Что это за слова такие нехорошие? Так, 15 тысяч мы еще надыбали. Селестина, тоже неплохо. Слава богу, ты в порядке? И нужно отправляться. А, конечно, запас не попал. О чем это вы? О чем это? Я волновался. Че? Не стоит беспокоиться, месье. Я знаю много закоулков. В беду не попаду. А, да он об этом? Ну ладно. Успокоился. Так, отправляемся на основное задание. Идем докладывать руководству.